20-летняя представительница Японии. Между тем, 61-55 у нее лучший результат в короткой программе, так что, может, небольшой результат, но все-таки уже за 60 баллов. Ну, в общем-то, согласитесь, любая спортсменка из Японии, да, даже не очень известная, представляет, скажем так, угрозу лидерам и может откататься здорово. Такой перспективный интерес вызывает. Флип тройной, но вот первая неудача, к сожалению. К сожалению, падение. Да, должен быть каскад был 3-3 с тулупом, но, к сожалению, вот не получился каскад. Обращение со сменой. Шагов. Здесь она каскад сделала. Хитренько. Здесь... Ну, молодец, сориентировалась. Молодец, да? Сориентировалась, да. Так что каскад у нее будет в программе. Аксель с рукой. Хорошо. 2,5 оборота. Да, и вращение с заклоном она закончила свою короткую программу. Ну что, неплохо, неплохо. Уже 27 набрала, и сейчас ножку снимут, я думаю, при повторах. Ну вот еще недавно мы у всех на слуху были фамилии Андо, Асада, Сузуки. И они ушли, но словно и не уходили, потому что целая россыпь представительниц Японии. Это и Мияхара, и Мураками, и Майи. И вот эта спортсменка. Понятно, что она не претендует на многое, но тем не менее. Там появляется Мураками спортсмен. Мураками ушла, но Мураками вернулась, да, другим именем. В общем... Ну что, это отрадно, это конкуренция, это борьба, это интересно будет. Вот корейские фигуристки тоже сейчас должны появиться, молодые. Ой, стоп-кадр. Прощение в заклоне, стоп-кадр. Стоп-кадр очень интересный, да. Да-да-да. Хорошую центровку фигурист очень на вращение. Вот, смотрим, это первый. У него как должен был быть каскад, флип с тулупом. Но, к сожалению, да, вот было падение, и она не продолжила. И не смогла продолжить. Не смогла бы, вернее, продолжить, если бы даже захотела, уже под углом выезд был. А вот центровка на вращение неплохая. И
и вот тот самый каскад. Да, Ридбергер тройной, чисто, и тулуп двойной тоже чисто. Да, уже видите, как опыт есть, молодая фигуристка, уже опыт есть. Так что уже научили. И 25 наоборот, двойной аксель. С рукой наверх, это усложняется. Я посмотрел список участников Гран-при. 6 японских фигуристок заявлено. Вот так вот. Ну, укату — это единственный этап, но, скажем так, ее обкатывают на перспективу. Да, но 61-55 – это, конечно, очень серьезные цифры личного рекорда. Понятно, что, наверное, столько она не получит, но не будем забывать, что выступает дома. Ну, по идее, может получить. Сейчас-то она не получит точно. Очень вдумчивая фигуристка, видите, как она так серьезно ждет оценок. Особо не радуется, знает, что она не получит много, но... 50-87, да. Лидер. Да, лидер, дедакшн, падение, да, одно падение.